Всем привет! Начинаем очередное путешествие. Сегодня у нас город Друскininkai, Литва. Я там отдыхал и вот бродил по городу и нашел вот такую городскую скульптуру на Вильнюсской аллее. Очень интересно, симпатично. Просто вот такой мужчина, я бы сказал, в возрасте, с детским корабликом в руках. Что имел автор в виду, как это делает эту скульптуру, я, честно говоря, не знаю. Но я думаю, что скульптура говорит, что взрослые, они такие же, как и дети. Но, может быть, и нет, так мне показалось. Вот, показалось, когда я посмотрел эту скульптуру. Ну, симпатично и все. Все, всем пока, всем привет. Показал я вам вот эту скульптуру Друскininkai. До свидания. Кстати, неизвестно, кто автор. Так я и не нашел его в интернете. Пока-пока. До свидания.